Ведется капитальный ремонт гинекологического отделения Гагарской центральной районной больницы. Оно будет введено в эксплуатацию через несколько месяцев. Капитальный ремонт гинекологического отделения Гагарской центральной районной больницы начался 2 недели назад. На данный момент произведен демонтаж старой отделки стен, проведена перепланировка некоторых помещений и замена всех коммуникаций. Отделение рассчитано на 25 койко-мест. Несмотря на ремонтные работы, медперсонал гинекологического отделения осуществляет свою деятельность этажом ниже в одном крыле хирургического отделения. И пациенты временно размещены здесь же. На данном этапе уже очистили все стены от старой штукатурки, так скажем. Проведена перепланировка, то есть мы отдельно выделили малую операционную, перевязочный. И проведен монтаж электрооборудования. И вот сейчас уже они уже приступают к отделке стен. Я думаю, что несколько месяцев, это может быть 2, отделение должно быть уже готово. Так, по крайней мере, нам обещают. На сегодняшний день на счет строительной компании «Абсхозстроитель» переведены средства в 2 миллиона рублей. Это средства, которые поступили к нам на спецсчет от предпринимателей этого города, района. Значит, далее будут наши средства тоже в размере 2 миллионов рублей. Это арендные платежи, которые больница за определенное время заработала. А дальше, так как сметная документация там на 7 800 000, ну, глава района примет решение, возможно, это будут бюджетные деньги, ну, это дальше видно будет.